Добро пожаловать в «Формулу-1». Должно быть, вам не терпится приступить к первому сезону. Не могли бы вы рассказать зрителям немного о себе? Пожалуйста, скажите, как вас зовут? Какое обращение к себе вы предпочитаете? Большинство зрителей совсем ничего о вас не знает. Скажите, пожалуйста, откуда вы родом? Спасибо. Каких перспектив вы ждете от участия в гонках? И сколько сезонов вы намерены провести? Хорошо. И последний вопрос. Поскольку ходят самые разные слухи, пожалуйста, сообщите, за какую команду вы будете выступать в следующем сезоне. Спасибо за ответы. Надеемся скоро увидеть вас на стартовом поле в Бахрейне. Thank you.
Готовь болид, выходим на трассу. Thank you.
Теперь ты на пятом месте. Немного оборота, когда сможешь. Сбросили в самый низ таблицы. Нам нужно что-то предпринимать.
оптимальной зоне. Сейчас твоя машина должна работать максимально эффективно. Экран «Неокр» дает информацию о том, какой путь развития выбрала команда в части усовершенствования болидов, а также детальную информацию по каждому отдельному улучшению. Настройку болида можно производить на соответствующем экране. Есть и другой вариант. Я сам буду настраивать болид, руководствуясь твоими требованиями и используя предварительные настройки. Заводи двигатель. Oh.
первого сектора хорошая, а в последних двух ты сильно теряешь. Поменьше оборотов на прямых. На круге намного лучше твоего. Нам следует скопировать его настройку и посмотреть, поможет ли это.
лучшее время во всех секторах, особенно во втором и третьем. На круге намного лучше твоего. Нам следует скопировать его настройку и посмотреть, поможет ли это. Ты
Ты сильно отстаешь во всех трех секторах. На этом экране отображаются сведения о времени кругов сессии, а также он позволяет тебе ускорить время в рамках текущей сессии. Ты немного не дотягиваешь по времени во всех трех секторах. Этот экран содержит подробный обзор текущей трассы. Пилоты начинают показывать хорошее время. Похоже, трасса становится быстрее. Секторах.
двигатель слишком нагрет. Сбрось немного оборота, когда сможешь. Последних двух ты сильно теряешь. Ты теряешь много времени в последних двух секторах.